12 приморских дружин в сетке состязаний. Из них всего 3 местных состава – «Вектор», «Легион» и «Прима ЖТ». Только играли уссурийские команды в разных группах. Сухую железнодорожники обыграли команды из Михайловки и Лесозаводска. С перевесом в 2 партии «Прима ЖТ» оставил за собой победу в игре с Вольно-Надеждинским. А вот соперников из Хараля и Пограничного команда ЖД «Института» не обыграла. В итоге уссурийцы вышли из-под группы на 3-м месте. Уссурийских состава «Легион» и «Вектор» стали соперниками в одной группе. В дерби победа осталась на стороне «Легиона». Он и вышел из-под группы в финальную часть соревнований вместе с командой «Прима ЖТ». Решающие матчи между командами второй группы края пройдут 20 и 21 мая.